Истранет ТВ. Истринское краеведение. Истранутри – это бренд района, отстроенный в 1972 году. Истринский комбинат детского питания прогремел на всю страну. Именно здесь впервые стали выпускать отечественные сухие смеси – «Малютка» и «Малыш». Их росли здоровые дети, а город Истра стал прирастать высококлассными специалистами. Научные сотрудники Института питания АМН СССР приезжали для работы с отличным местным сырьем на передовое предприятие с развитой инфраструктурой. Казалось, что уж сфера питания самая надежная, но грянула перестройка, и молокозаводу пришлось срочно искать нишу в современном мире. Перед объединением с голландской компанией «Нутриция» в 1995 году завод выпускал молочные продукты и 8 видов детского питания, а в 2002 году уже 30. Чуть позже, в 2008 году, предприятие сконцентрировалось только на детском питании, а любимое молочко от коровушки Истринской уступило место на полках другим брендам. В 2012 году завершилось строительство нового производственного комплекса, оснащенного современным европейским оборудованием. Сумма инвестиций составила 50 миллионов евро. Это позволило запустить в начале 2015 года линию по производству детских каш «Нутрилон», которые до этого момента импортировались из Голландии. Процесс производства максимально закрыт и автоматизирован. Для того, чтобы исключить человеческий фактор, компоненты взвешиваются высокоточными весами и автоматически дозируются в смешивающие оборудование. В случае минимальных отклонений процесс моментально останавливается. Сырье, поступающее на завод, проходит проверку в физико-химической и микробиологической лабораториях. Начиная с систем кондиционирования и очистки воздуха, зонирования и заканчивая производственным и упаковочным оборудованием, абсолютно все на заводе удовлетворяет современным европейским стандартам качества и безопасности. Говорят, если рядом поставить все упаковки «Малютки», выпущенные за 40-летнюю историю производства, то они займут площадь в 7 тысяч футбольных полей. Также этим количеством можно 4 раза обернуть землю по экватору. Вряд ли станем проверять эти факты. Но то, что детское питание, которое производится у нас в Истре, одно из самых востребованных и полезных – это аксиома. Ведь те, кто вырос на «Малютке» в 70-е, уже скоро будут кормить своих внуков. Кстати, в отличие от сладких аналогов, формула нынешнего питания совершенно изменена. В кашах минимально содержится сахар, а в смесях его нет ни грамма.